Всем привет! Сегодня возьму вас с собой на утреннюю прогулочку и расскажу вам простым языком, что значит понижение процентной ставки Банком Канады, которое произошло от позавчера, да, в среду. Без каких-то умных слов, когда-то, когда я рассказывал людям, как уехать сюда, и в Европу, и в Канаду, это помогло очень многим, чтобы без всяких там заумных фраз. И этим, собственно, я здесь и занимаюсь сейчас, да, я вот уже второй год тут занимаюсь страхованием, финансами, страхованием жизни, здоровья, финансами и инвестициями. Обо всем этом мы рассказываем в группе на украинском языке. Единственное, что вы должны понимать украинский язык, и группа называется «Гроши в Канаде». Вступайте, ссылочка будет в описании, как обычно. Там мы тоже говорим про все, что связано с деньгами. Итак, что означает понижение процентной ставки Центральным банком Канады? Обозначает это, ребят, первым делом, сразу же, моментально, это почувствуют все те, кто сидел, напрягался от того, что повышается рейт, когда он продолжал повышаться, у тех, у кого называется это variable mortgage, у кого плавающая процентная ставка по ипотеке. Даже 0,25%, в зависимости от суммы, может быть достаточно какое большое понижение. Учитывая, что это второе понижение за последние пару месяцев, то может даже будет еще интереснее, потому что все-таки уже 0,5%, да? Кто не знает, поднялась максимальная ставка до 5%, и вот ее второй раз опустили по 0,25%. Итого сейчас это у нас 4,5%. У кого моргиджа своего нет, что для вас это может значить? Скорее всего, вам будет легче взять свое жилье. Если вы хотите, хороший ли сейчас рынок в Канаде для покупки жилья, наверное, это прям целая отдельная тема. Я не риэлтор, у меня нет такого, что всегда хорошее время покупать. Поэтому тут нужно разбираться по провинциям. Это действительно сильно зависит от провинции к провинции. И мы к этому дойдем. Второй, наверное, очень важный, кроме того, что это повлияет на ипотеку, второй важный такой момент, это повлияет на доступность денег для бизнесов. Скажем, сейчас, например, у кого бизнес, тот понимает, да, что если вы хотите что-то там развивать свой бизнес, вам нужно позычать деньги. Я знаю, тут куча людей скажет, ой, там, особенно когда ты живешь в ипотеке, и не глупые, но финансово необразованные люди рассказывают тебе, что это ужасно, жить в кредит и так далее. Какие у нас с утречка студентов нет, машинки. Классно ходить, когда нету школьников с утра. Я понимаю, надо раньше вставать, раньше ходить, но тем не менее. Извиняюсь, продолжаем. Те люди, которые финансово не образованы, не знают, что они глупые. Они рассказывают, что плохо жить в кредит. Но я, например, в своем доме живу под 1,82% годовых. У меня такая ставка. То есть при том, что даже официально там Канада заявляла, что у них там инфляция 7%, вы понимаете, что даже на то, что я позычил деньги, я зарабатывал теоретически 5% ежегодно. Это очень неплохо. Поэтому бизнесам становится легче позычать деньги. По-нашему там, который сейчас он на паузе, и, скорее всего, продам свой траковый бизнес. Тем не менее, даже по нему, можно сказать, когда к нам хотел устраиваться оунер-оператор, это зимой там, то ему предлагали 14% годовых позычный эквипмент на трак, на трейлер. 14%, ребята, это огромная сумма, потому что трак и трейлер там стоят даже бэушный, там это 150 тысяч хотя бы. Если бизнесом начнет быть позычать легче денег, это и есть как раз та самая стимуляция экономики, о которой говорят типа мозги главные Канады, что им нужно создавать более рабочих мест и так далее. Как это взаимосвязано, я вам только что на простом примере объяснил, что человек, который, например, под 12% не захотел брать, под 14, извиняюсь, не захотел брать кредит, теперь, может быть, они уменьшат, скажем, до 12 или до 10. Я не знаю, просто для примера. То есть деньги будет позычать легче, процент будет меньше. Соответственно, бизнес, который задумывался когда-то расширяться, у него будет больше шансов, соответственно, он не сможет ездить на всем своем эквипменте, если это траковый бизнес или любой другой, он начнет нанимать людей. Это начнет создавать рабочие места, начнет стимулировать экономику, как раз будет то, что хочет сама Канада непосредственно.
получить от этого. Что еще, какое еще влияние на как бы обычного человека? Ваши вложения, ваши вклады. Если у вас есть какие-то вклады, которые лежали под процент, например, да, под плавающий, это может быть процент, но гарантированно, без возможности потери, например, так как я людям открывал счета, когда там пенсионные или накопительные, и мы там вкладывали под 4,5%, это временно, просто людям такие, чтобы они всегда имели доступ к этим деньгам, но 4,5% они получают, деньги всегда можно забрать, то вот теперь это будет 4,25%. 3 месяца назад это было 4,75, теперь это будет 4,25. Ну вот, может быть 4, в зависимости от как бы financial institution, да, куда вкладывать. Но в целом это, скажем, в районе 4% теперь будет. Из-за того, что становится гарантированный процент меньше, те же самые 4%, это уже не такая как хорошая стимуляция людей, у которых есть какие-то деньги про запас, держать их дальше под процентом. Я молчу о тех людях, которые вообще не думают о своем финансовом будущем и держат их в банке, у которых там 0,5% или что-то такое, то вообще отдельная тема. Но люди, которые хотели просто так держать, им будет становиться интереснее вкладывать в более рискованные какие-то проекты. Не решу сумасшедшие риски, какие-то акции, но хотя бы в какие-то фонды. И для того, чтобы они могли больше зарабатывать, потому что гарантированный процент уже, конечно же, будет меньше. Это, наверное, третья основная главная причина, главное, извиняюсь, влияние, да, что произойдет в ближайшее время. Точнее, уже происходит сегодня. Все знают еще, что после того, как Байден отказался от президентской гонки в США, скорее всего, по всем прогнозам, будет президент Трамп. Это тоже сильно повлияет. Как повлияет? Типа еще пишут, никто не знает, но мне почему-то кажется, что это улучшит и без того сейчас неплохую экономику США. Как вы знаете, американский президент первым делом хочет хорошей жизни своим американским гражданам. Во-вторых, он как бизнесмен хочет всегда улучшить возможность роста бизнеса. Как бы это вообще это очень умно. Если ты будешь делать рост, помогать бизнесам, то у тебя, соответственно, будет расти экономика, у тебя, соответственно, будут расти рабочие места и так далее. Короче, да, если простыми словами, ребят, то это вот все-таки в надежде поможет бизнесу, это поможет с рабочими местами, это поможет с более легче купить себе жилье для тех, кто хочет, для тех, кто не считает, что лучше жить в ренте 30 лет, собирать куда-то, и если смог насобирать, то перед смертью себе купить дом. Ну, такая себе перспектива. И это поможет людям вкладывать деньги под более высокие проценты. С этим я вам могу помочь, поэтому вы, если вы живете в Канаде, можете ко мне обращаться. Я вам покажу все возможности, да, какие можно вкладывать. Для вас это ничего не стоит. Моя работа для вас бесплатна. И если вы хотите вкладывать, если вы хотите просто поговорить про инвестиции, да, или про страховки, я вам без проблем выделю 30 минут, это бесплатно, консультация по финансам, расскажу вам, какие есть счета, какие есть возможности инвестиций, какие есть гарантии того, что вы не потеряете деньги. Наверное, стоило рассказать об этом где-то в кабинете с тетрадочкой или с какими-то записями, со статистикой, но не стал я этого делать. Во-первых, потому что надо совмещать полезное с приятным. Время, деньги, не все ценят, что время – это самый драгоценный ресурс. Единственное, что вы не сможете вернуть – это время. Поэтому решил совместить полезное с приятным и доступным языком рассказать. Те, кто ищет работу, ожидайте, что, скорее всего, постепенно это будет стимулироваться, и вы легче найдете работу. Те, кто развивает бизнес, вам станет легче, но вы это и без меня знаете, кто в бизнесе тут понимает хоть какую-то суть, да, главной этой финансовой грамотности. Кто ищет жилье, вам тоже будет легче. В общем, всем будет хорошо. Вырастут ли прям цены сильно на жилье сейчас? Опять-таки, как я говорил, это сильно другая тема, потому что сильно зависит от провинций. Не во всех провинциях вырастет. А так, на этом все, ребят. Пойду сейчас домой, закину вам это видео. Если вам видео понравилось, нажимайте лайк. Если есть какие-то у вас вопросы, такие простом, чтобы мы их могли разобрать, пишите. Если вы хотите более детально знать про
деньги, как бы нюансы какие-то уже, например, не просто в общем, а более детально. Повторяю, вступайте в группу, ссылка есть под каждым видео. Вступайте в группу в Фейсбуке, там мы разбираем все, что касается денег. Всем пока, удачи, нажимайте лайк.